Хей, hey, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти по названию Апатион. Короче, я немножечко полазил в здешних краях. Ну да, я типа зашел в рынок, прикупил себе булаву пока что, будем с ней ходить. Если что, сюда теперь мне нельзя идти, потому что на меня сразу стражники агрятся, и на меня идет охота. Всех враг, типа, кто здесь есть. Поэтому сейчас мы с вами делаем вот что. Во-первых, мне нужно сходить сюда. Здесь есть проход. Ну, блин, я не знаю, как сделать так, чтобы на меня потом не сагрились челики. Давайте я пока сохранюсь. Типа, меня ж не заметили. Я прикупил щит, вот что я сделал, если что. Стоп, я могу... А, я поскидывал те и взял эти. Ну, в принципе, почему бы со свежим не походить? Короче, нам нужно к Афине, поэтому мы идем наверх. Мы идем наверх. Ну, в принципе, мы просто к ней отправляемся. Я хочу уже просто данную игру да пройти, потому что мне уже... У меня просто дальше немножечко другие планы по игре. Так, а камней здесь, наверное, нету, да? Вот это плохо, потому что мне сейчас бы камень пригодился. Славную печь начинаю, богиня... Паллада Афину с хитро искусным умом, светлокую, с сердцем немягким. Деву достойную градов защитницу, полную мощи, тритогенею. Из головы он священной роде ее полный доспеха, с золотом ярко сверкающих. При виде ее изумляешь, все охватило бессмертных. Короче, мне нужно пройти туда, поэтому мне нужно мой камень. А камень я оставил. Ребята, я не помню, где мой камень. Никто не видел мой камень. Кто видел мой камень? А вот мой камень. Вот мой камень, где, оказывается, лежал. Сейчас мы парней порешаем. С этим камешком туда зайдем. Блин, потому что, понимаете, здесь, да, в каждой локации почти новые враги. Но в конце концов они повторяются. Здесь прикольная мифология, да, рисовка немного... На любителя, но с одной стороны красиво выглядит. Мне нужно к спине им стать. И плюх. И плюх. Готово. Мы пробрали. Рада встрече, Никар. Вижу, даже сам Зевс не может сбить тебя с пути. Я Афина, защитница чемпионов и покровительница героических затей. Ты впечатляешь меня, Никар. Твои подвиги могут соперничать с подвигами моих любимых воинов. Но ты стремишься занять место богов Олимпа, и я даже тебе помешать. Решив, что стоишь на одном уровне с нами, ты обрекаешь себя на неизбежное падение. Полагаю, ты слышал о солнце и Икаре. Хотя даже Икару дали шанс полетать, прежде чем он разбился. Чтобы решить этот вопрос, я вызываю тебя на состязание. Испытание на смекалку и расторопность. Твое оружие — это лишь иллюзия силы. Но грани мышления смертельно никогда не будут такими же острыми, как у богини.
Подожди. А, я падаю. Я падаю. Нифига себе. Ни хрена себе. Да, вот это уже плохо. Потому что я так думаю. Навряд ли я просто так думаю. Так, ну что сказать, булава, у нас булава, и скорее всего я буду просто использовать только оружие дальнего боя. То, что чувствуется, врагов здесь не будет, однако здесь слишком много... выше, немножечко ниже, выше, ниже, готово. Лучше использовать камешки, я не вижу смысла использовать стрелы. Понимаете? Ой, тихо. Ага. 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 Камни у меня не бесконечно, поэтому... Окей. Раз. Почему неровно летит? Почему неровно летит? Типа эта хернюшка-колотушка, по идее, должна ровно лететь. Г-г. Хорошо, что я хотя бы снаряды оставил. Ну, я имею в виду... снаряды, которые у меня... О, блядь. Ладно. У меня будет гореть, ребят, походу, в этой серии жопа. Если я здесь уже туплю. Хотя здесь, да, нужно, наверное, лук использовать. А я использую камни. Камни, которые у меня, во-первых, не бесконечные, замечу. А-а-а. А. То есть и все? А ни хрена себе. Так, мне нужно было туда запрыгнуть как-то. Окей. Я могу взломать.
Мне это ничто не даст, да? А, нет, там много сокровищ. Ну, давай. Ауч. Ауч. Добро. Ничего, цена. Хотя там только деньги были. Сколько мне стрел дают, которые я не использую. Вот это что-то новенькое. Вот это лишь новенькое. Буль. Палочка. В чем подвох? Это как, блядь? Я понял. Чисто. На тебя. А, так ему. Да ладно, я мог такие просто использовать. Поев. Новый щит солнца на новый щит солнца. Окей. Почему бы и нет? Я почему-то не думал, что вот это, что у меня взрывчатка, это и есть. Для открывания моих дверей. Карта тап. Мне сюда нужно было под сама в конце, да, прийти. А, мне отсюда нужно до сюда допульнуть. Не себе. Нихуя вы ебанулись. Ну, прикольно, да, то, что вот они как раз мне и сказали, что через этот можно смотреть, куда у тебя летят пули. Так, да, давайте, наверное, бац, потому что мне все равно предлагают. Опа. Хопа. Хопа. Оп. Отлично. Там ничего ценного, мешок, скорее всего, с каким-то мусором и все. Заумно неумное местечко. Мне осталось только в одно место попасть, этим я быстренько займусь.
Shit, я понял. Да, это запутанное место, но оно довольно легкое. За сундуками только можно занять, на самом деле. F5. Ой. Хотя... Пикач. Монеточки. Допеночка. Камечки. Ой, попадешь. Попал. Немножечко повыше. Немножечко пониже. Отлично. Вы понимаете, мы просто экономим. Мы экономим. Экономим. Да, экономим. Фу, ну это мужик там бегает. Стрела, а вот откуда ты знаешь? Вот какой-то будет челик там потом. Никто этого не знает. А вот мы с вами. Сразу собираем все, что необходимо. Безопасно залазим. А это уже небезопасно. Вот это уже небезопасно. Ай-яй. Вот это уже плохо. Это уже плоховато. Ай-яй. Ш. Твою ж. Ладно, ладно, ладно. С одной справились. Со второй справились. Третью будем сейчас... Все-таки из лука пулять. Бежал, взял, ушел. А, подожди, у меня лук ломается. А вот это я не подумал. Я думал, это просто у меня стрелы так заканчиваются. Хотя... Ладно, не знаю. Хотя я не знаю, ладно. Я ничего не знаю, три ключа мы собрали, найдите Эгиду Афину. Все. Теперь надо безопасненько вернуться обратно.
пути я еще зайду в сундучок и заберу. Мой сундучок. Чтобы нормально мне попасть наверх, мне нужно сверху не падать. То есть сейчас мы с вами просто делаем так, чтобы упасть. Блин, окажется, что я будто вообще не двигаюсь. Ну это так и должно быть. Мы сейчас просто кругля делаем наверх. Вот видите, мы потихонечку поднимаемся. А потом мы будем падать вниз с той стороны. Все так запланировано. Вот это вот опасное местечко. Здесь мы сейчас вот так делаем. Хорошо. Следующая наша вот остановочка сюда. Только это все нужно делать быстренько. А то мы пролетим. А мы ж не хотим пролететь, так ведь? Мы сейчас еще один сундучок заберем. Ой, какая у нас теперь новая булава. Опа. Мы уже внутри. Так, а я теперь куда-то упал немножечко не туда. Ну, не беда. Сейчас мы сюда поднимемся, сюда. И вовнутрь. Все мы делаем отменно и правильно. Не переживайте. Все так и должно быть. Да, немножечко, кажется, нас закружило. Я, кажется, не могу зацепиться, да? А вот это уже плоховато. Оп. Поэтому, походу, я сейчас буду падать. Нужно держаться. Что есть мочи. Ладно. План Б. Бежим и прыгаем. Минус ключ. F5. Заходим. Не, ну карта, конечно, здоровая и... Ты чё? Призывалки? Не нравится мне это. То, что там у нас призывалочки, это плохо. Ниву, то до конца не семя дементри кидаю. В бороздой. Я... А змея ужасно... Крепкие зубы, и вырастают из них мужи в военных доспехах. С ними затем я сражаюсь, всех поражаю, как будто в поле колосья стригу, предаю противнику смерти. Так, слушайте, если у нас на такое все идет, то мне... А, мне так не пройти... Четыре.
Понимаете, я то поумнее. Так, Зевс сошелся с Метадией, принимавшей различные образы, чтобы избежать его любви. Когда она оказалась беременной, Зевс приглотил ее, прежде чем она родила, ибо она обещала после того, как вначале родит деву, произвести на свет сына, который станет властелином неба. Испугавшись этого, Зевс и пожрал ее. Когда же наступило время родов, Прометей ударил Зевса по голове топором. Некоторые называют и... так называют и Гефеста. Из головы выскочил в полное ворождение Афины. И что произошло у реки Тритона? Я сейчас еще этих пособираю. Вы шо, думаете, я такой глупый? Сколько тут? Так. Они отвлекают, я атакую. Не, ну типа я... Блин, давай шустрее. Хорошо, что у меня хотя бы есть... Вот это херово уже. Минус зелье. Ладно, буду своим помогать атаковать. Знаете, типа у нас настоящая война уже пошла. Поэтому, окей, булава. Мне нужно вниз. Ладно, чтоб они на тех не загрелись. Интересно, насколько они живучие, эти помощники? Типа, может, я вместо этого всего, типа, просто их призову? Хотя нет, так лучше не делать. Ладно, давайте так пройдем. Thank you.
А, максимум 4. Вон в чем подвох. А я думаю, в чем подвох? Вот в чем подвох, оказывается. Ну чё, Финн, мы тогда пришли к тебе. Даже нам мудрейшим можно научить новые чудеса. Вижу, что ошибался по поводу тебя. Я бросаю свой меч к твоим ногам. Мир меняется, даже каменные стены не стоять вечно. Олимп, Трое, а ты конь. Надеюсь, меня запомнят. Правая богиня, мудрая богиня. Просчитайте богиней. Почёт, если вообще запомнят. А, это все? Эгида Афины. Это щит, в котором вплетена голова Горгоны, Медузы. Содержит силу хитрости и стратегии. Ева, владелица защиты от вреда. Щиты восстанавливают прочность после боя. Что имеется в виду под прочностью? Ну все, у нас остается только этот челик, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.